Зараз до нашого ефіру долучається Гела Васадзе, політолог, експерт Грузинського центру стратегічного аналізу. Пане Васадзе, я вас вітаю. Добрий день. Доброго дня. Дякую за запрошення. Слава Україні. Героям слава, дякую за ваш час. Які, на вашу думку, тоді, 15 років тому, були головні мотиви Росії? Чим вона керувалася в своїй агресії проти Грузії? Ну і чи вдалося їй досягнути бажаної мети, якщо дивитися от зараз через призму часу? Ну, давайте уточнимо, переходимо на трофейну мову. Давайте уточнимо, коли почалася війна між Росією і Грузією. Есть четкая дата, когда Россия начала войну против Грузии. И это четкая дата 9 апреля 1989 года. До этого момента Грузия была оккупирована. После 9 апреля Грузия предприняла шаги по своему освобождению. И после этого Россия, соответственно, начала войну против Грузии. Эта война продолжалась постоянно, ни на один день она не прекращалась. Просто она была в разных формах. Она была на проспекте Руставели в виде гражданской войны, где прямые агенты российских спецслужб организовали свержение законно избранного президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Она была в регионе Самыгрело грузинском, где была разожжена опять-таки гражданская война в Грузии. Эта же гражданская война распространилась и на регион Самочабло. Это так называемая Южная Осетия, ее называют по старой памяти, по советскому автономной области Южной Осетии. Она была в Абхазии, где российские регулярные войска, не только авиация и артиллерия и танки, но и регулярные десантные части принимали участие, непосредственное участие в боях. Она продолжалась и потом. Она продолжалась и потом, так что на самом деле 15 лет назад был эпизод, самый острый эпизод, но тем не менее эпизод войны России против Грузии. И это нужно хорошо понимать. Она продолжается и сегодня, и эта война, она будет продолжаться до тех пор, пока будет существовать Россия как империя. Кстати, вот тут очень важно понимание, наше понимание того, что такое Российская империя. Кто-то говорит, что Российская империя развалилась и рассыпалась в 1917 году. Это неправда. Она просто перекрасилась, сменила виду. Кто-то говорит, что в 1991 году с Советским Союзом развалилась Российская империя. Это тоже неправда. В данном случае она просто сократилась в размерах. Но Российская империя, она существует. И то, что мы видим сегодня в Украине, это как раз-таки, я надеюсь, это последние конвульсии этой самой империи. Я не говорю, это, конечно же, и эмоциональная оценка, но в то же самое время это оценка чисто научная, потому что от империи старого типа, вот от империи той, которая сегодня является Россией, другого поведения ожидать нельзя. И очень многое мы потеряли, и очень многих жертв можно было бы избежать, если бы и у нас я имею в виду как в Украине, так и в Грузии, и на Западе понимали эту простую истину. Пане Гело, а скажите, будь ласка, вот після і під час, і після війни в Грузії багато країн висловили свою стурбованість діями Росії. А яка була тоді реакція головних світових держав, таких як США, там, ЄС, на цю війну, на цей конфлікт? А чи мала ця стурбованість силу щось змінити, на щось вплинути? Ну, во-первых, давайте начнемо з реакції во время воєнних дій. Не війни, війна продовжується, ми об этом уже договорились. Во время... В гострої фазі. Военных действий. Во время военных действий основная реакция была в том, чтобы необходимо любой ценой прекратить кровопролитие. Это ничего вам не напоминает? Так, так, нагадаю. Любой ценой прекратить кровопролитие. К чему это привело? Это привело, во-первых, к заключению договора, даже не договора, а соглашения о перемирии. Подчеркиваю, перемирие. О прекращении огня Медведев, Саакашвили, Саркози. В которой было четко расписано, что войска выводятся, что прекращается огонь, войска выводятся, и после этого начинается процесс переговоров между Россией и Грузией, которая была нарушена Россией. Они признали независимость, значит, соответственно, Абхазии, так называемой Южной Осетии, после чего нашпиговали ее своими военными, которые сейчас стоят, кстати, в 40 километрах от Тбилиси они сейчас стоят. Нужно это хорошо понимать. А после этого, скажу прямо, Грузия оказалась в международной изоляции. Это были очень тяжелые годы, когда
Запад начал процесс перезагрузки. Соседи России, все без исключения, просто боялись. Значит, в той же Украине была проведена, в том числе и гибридная спецоперация по поддержке Януковича и его приходу к власти, что вылилось в Харьковские соглашения, самое тяжелое для Украины. И в итоге Грузия осталась одна. В итоге на Западе приняли мудрое, в кавычках, решение о том, что ну раз Грузия под руководством Саакашвили не может договориться с Россией, давайте приведем к власти, поддержим те силы, которые будут договариваться с Россией, которые будут притворяться ветошью и не отсвечивать, которые будут не раздражать Россию. И в 2012 году Запад абсолютно поддержал Соединенные Штаты, Европейский Союз, все практически поддержали оппозицию. В итоге на выборах победила оппозиция. Пришел к власти Бидзина Иванишвили и его партия, перед которыми стояла очень простая задача. Запад говорил следующую вещь. Мы вам дадим все. Мы вам дадим евроинтеграцию. У вас будут программы сотрудничества в НАТО. И правда, они были. Они появились. Они были. Более того, в 2017 году Грузия даже впервые получила от Соединенных Штатов, за что Трампу, кстати, большое спасибо, оружие. Я имею в виду «Джавелин». «Джавелин» тогда дали нам и Украине. Но в общем и в целом и Вашингтон, и Брюссель, и все остальные столицы европейские очень устраивало и радовало то, что Грузия не вспоминает особо по оккупированной территории. Ну, ради проформы. Вон, до свидания. Да, пожалуйста. Там иски были поданы в Международный уголовный суд. Да, конечно, мы их рассмотрим. Причем интересное было решение Международного уголовного суда, что Россия несет ответственность за преступления после 8 августа. А до 8 августа, что были совершены преступления, я напомню, что широкомасштабный ввод российских войск в Грузию начался не 8, а 7 августа. Это принципиально важно. Так вот, до этого Россия не несет никакой ответственности. Оказывается, Россия не несет ответственности за уничтоженные два грузинских села Нули и Обневе. Это конкретное село. Да, конкретное село, разрушенное российскими оккупантами. Да, там тогда Россия утверждала, что это шахтеры и трактористы. Но, может быть, не шахтеры, шахт там нет. Южная Осетия в военторге купили оружие и разрушали грузинские села. С конца июля они вели активные боевые действия, об этом никто не вспоминал. Ну, после 8 августа там была чистая этническая чистка. Если кому-то из зрителей интересно, они могут зайти в Google Map и посмотреть на грузинские деревни, которые были вокруг Скинвали и вообще на территории Скинвальского региона. Очень интересно, найти грузинские деревни очень легко. Там дома без крыш, то есть дома сожженные. Так що вот так от где-то. Такова реакція. Пане Гело, я вам дуже дякую за ваш коментар, за ваш час. І сподіваюся, що перемога України буде означати і перемога над Росією, в тому числі і в Грузії. Сподіваюся на це абсолютно щиро. Це був Гело Васадзе, політолог, експерт Грузинського центру стратегічного аналізу у нас на зв'язку. Дякую вам і гарного за можливості дня. На все добре. Дякую. Все буде Україна. Це буде Україна, точно. Дякую.